Один из талантливейших режиссеров Якутии попал в ад, громко засмеялся и с успехом представил премьеру спектакля «Тарас». Подробнее из культурной столицы в материале Айсены Бурнашовой. Петербург со всеми капризами погоды вдохновлял великого Гоголя. Именно в этом городе была написана повесть «Тарас Бульба», по мотивам которой сегодня в Балтийском доме проходит премьера спектакля якутского режиссера Сергея Потапова. Произведения Николая Васильевича пропитаны историей и обычаями его родного края. Точно так же и у Сергея Потапова. Творческий путь с якутским акцентом. Отсюда в постановке «Тарас» используется и солома, и сакральный конский волос. В театральном пространстве Петербурга режиссера уже нарекли шаманом. А кто я? Ну, один критик сказал, я понял, в чем твоя сущность. Ты попал в ад и очень громко засмеялся. Кажется, вот это мой стиль. Пьеса московского драматурга Михаила Башкирова, сценография якутянина Михаила Егорова. Музыку к спектаклю сочинил композитор из Литвы Фаустас Латенес. По мнению режиссера, школьная программа, по которой все мы знакомы с образом Тараса Бульбы, обманывает и не показывает глубины персонажа. Поэтому в данной постановке основная миссия состояла в очеловечивании главного героя. У нас такой мужской, брутальный, при этом невероятно нежный спектакль. Сначала, может быть, казалось, что много физики, движения, действия, но потом и в это втягиваешься. Нет, все хорошо было, правда. Надеюсь, что будет так же дальше. До начала премьеры считанные минуты. За кулисами наводятся последние штрихи. В это время зрители уже на подходе и не знают, чего ожидать от якутского Тараса. Мистического и языческого. Вот. А больше даже никаких предположений, что это может быть. Я сама режиссер, дипломированный специалист, поэтому мне очень интересно. Вот ожидаю новое какое-то видение автора. Центральная линия сюжета неизменна. Тарас везет двух сыновей в Запорожскую Сечь и пытается разбудить в Остапе и Андрея казацкую удаль. Но вместе они сталкиваются с войной, которой в постановке противостоит пылкая и ослепляющая любовь. Казалось бы, простые человеческие чувства, но вкупе с интересной подачей и искренностью актеров – это победа. Надеемся, что спектакль «Тарас» прочно войдет в репертуар Балтийского дома и каждый раз вновь и вновь будет восхищать искушенного петербургского зрителя. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК «Саха», Санкт-Петербург.